Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня хочу рассказать, как я начинаю переделывать Prius, в частности его фары. В этой модели не предусмотрено дневных ходовых огней, так как машина 2003 года выпуска, в то время еще таких не было нормативов. Сейчас они все выпускаются с светодиодными огнями. Так вот, я переделал ее, поставив лампочки вот сюда. Вот сюда, в ближний свет. Здесь по штату стоят лампочки накаливания 5-ваттные. Я поставил китайские светодиодные, получился белый свет. И вместе с этим ксеном, с родным, такое тоже белое свечение, он как бы смотрится неплохо. Но днем можно ездить с включенными светодиодными просто габаритными огнями. Они, как бы, по моему мнению, заменяют ходовые огни. Светят довольно-таки ярко. По мощности они где-то 1,5-2 ватта. А светят раза в два мощнее, чем лампочка. У меня получается того, в принципе, две лампочки получилось. Я врезал там их вот в этот плафон. И сейчас покажу, как все это выглядит. Сейчас мы включим свет. Вот, видите, ребят, ярко как горят. Врезаны они вот сюда вот. Вот. То есть вполне заменяют дневные ходовые огни. Издалека видно, светят ярко. Вот. Сейчас я покажу, как я сделал. Разработка моя, никто в интернете я такого еще не видел, ни у кого. Сам придумал. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Сделано все довольно-таки просто. Вот видите, взял лампочки китайские, патрончик, и подсоединил к габаритному свету вот таким проводом. Вот завязали розолентой, так как лампочки сами длинные, я их еще силиконом для герметизации сделал. Сделал отверстие в фаре, сначала просверлил тоненьким сверлышком маленьким, как бы разметка, а потом уже сделал паяльником дырку около 10 миллиметров в радиусе паяльником, чтобы не оставлять крошки в фаре, в плафоне. Вот. И вставил, закрепив ее саморезиком. Держится мертво, никуда не девается, вынимается легко. Также сделал на этой стороне. Единственное, только здесь неудобно, надо будет бачок снимать, чтобы это смонтировать все, потому что дрель, паяльник сюда не подлезет. Вот в это вот место фары, где вот, в принципе, кругляшочек такой. Вот видите, там кругляшочек такой. Я на его место поставил светодиодную лампу. Получился у нас хороший, раза в 4 мощнее свет, чем при габаритном огне, и экономичнее, потому что по 1,5 ватта две лампочки получается. 4 лампочки у меня по 1,5 ватта, около 6 ватт потребления. А было до этого на габарите 10 ватт. Вот такая вот реконструкция, может, многим подойдет, так как не требует больших вложений. Светодиодные лампочки, сейчас я покажу, какие. Стоят 40 рублей. Сейчас они везде практически есть. И надежно светят. Упакованы они в силиконе. Сама конструкция такая, что туда влага не попадает. И они надежные в том плане, что со временем не начинают там мигать, подмигивать, как стробоскоп, а надежно горят вот эти лампочки нового поколения. Они яркие. И сейчас включу еще ближний свет, как будет смотреться с ближним светом все.
Ксион штатный тоже. Вот видите, белое свечение практически сливается с... Ну, фары уже, конечно, не первой свежести. Но синего немножко дают, конечно, но более-менее ровно. Вот, не желтый свет получается. Вот такая вот разработочка, может кому пригодится. Сейчас я вам покажу лампы. Лампочки, дорогие мои, использовал китайские по 40 рублей за штуку. И сейчас покажу какие. Сейчас они в пакетике шуршащим. Так что, ребят, очень экономичный способ. И за ненадобность включать эти ходовые огни дневные. Вот такие вот лампочки. Видите, вот эти стояли. Вот. А сейчас вот такие вот поставил. Единственное, они, видите, по размеру длиннее. И чтобы закрепить их надежно в держателе, желательно подогнуть медные контакты. И когда вставив, немножко обмазать силиконом. Все. И можете смело вставлять, а там все будет герметично. И все это быстро делается. Паяльничком выжгли дырочку. Заменили лампочки. У вас получилось 4 лампочки впереди. Этого вполне достаточно, как свет ходовых огней. Вот такая вот у меня сегодня тема. То, что у меня так плохо фокусируешься. Вот такие вот лампочки. Довольно-таки ярко светят они. Где-то раза в два. А то и может и мощнее, чем это обычное. Плюс получается у меня две лампочки на одну фару. Вот такие вот у нас сегодня раскладики про ходовые огни в Приусе 20. Я рекомендую там, может, кого заинтересует. Такой способ сделать, в принципе, недорого и хорошо. Всего доброго, смотрите меня еще.